Общественное телевидение Республики Арцах и Арутюн Акопян представляют «Моя земля». Доброе утро, друзья! Новый выпуск программы «Моя земля» начинается с Бердзора. Я направляюсь в сторону горных козлов, они находятся где-то вблизи Ковсакана, а там находится Сюник, поэтому нужно мне двигаться в ту сторону. Я сейчас нахожусь в городе Ковсакан, но, к сожалению, тут нет горных козлов, имеется в виду поблизости. Но в 12 километрах отсюда находится город Меджинаван, поэтому, собственно, я туда сейчас и направлюсь. Оттуда уже буду искать горных козлов. Мне сообщили, что они находятся где-то там поблизости. Пока что я увидел только двух барсов, но впереди длинные поиски. Я уже в Меджинаване, но стемнело, и плюс я узнал информацию о том, что здесь их, к сожалению, нет. Поэтому нужно будет двигаться сейчас мне в другую сторону. Мне пришлось в быстром темпе построить на дереве мини-лагерь и переночевать на нем, чтобы с утра снова начать поиски горных козлов. Вой у шакалов своеобразный, иногда раздается хохот, иногда плач ребенка, но чаще всего просто вой. Два с половиной дня поисков, и вот они, те самые горные козлы. Плохая новость в том, что их осталось мало, а хорошая в том, что сейчас они хорошо охраняются и популяция лишь растет. Основным врагом горных козлов является волк. Особенно он становится опаснее в зимнее время, когда снег заставляет значительно медленнее передвигаться этих травоядных. В Арцахе горных козлов можно встретить только лишь в двух местах. Первое место — это возле горного хребта, вблизи села Ванг Мартакертского района. А второе место — это вблизи города Ковсакан. В данном случае я нашел их на границе с Сюником. До
Доброе утро, друзья. Сейчас мы направляемся на рынок в Степанакерте. Познакомлюсь с человеком, который приехал специально из России для того, чтобы мы искали сегодня монеты в Мартунинском районе. Сегодняшние мои гости — это Александр и Вреш из России. Они впервые посещают Арцах и ни разу в жизни не ели джингаль-афац. Посетить Арцах и не поесть джингаль-афац? Да, сегодня Вреш и Александр впервые едят джингаль-афац. Вот, как вам на вкус? Отлично. Только честно. Очень вкусно. Ни на что не похоже? Ну все, джингаль-афац поели, теперь можно и в путь. А направляемся мы сегодня в Мартунинский район, село Берташен. Я совсем забыл вас познакомить. Это Александр Перфилов из города Екатеринбург, а это Арсен Саркисян, с ним вы уже знакомы. Сегодня мы устроим соревнование, и у Александра, и у Арсена есть по 3 часа. И кто найдет больше монет или других находок, тот и выиграет. Мы находимся возле села Берташен. Собственно, вон оно. Вот тут и будем копать, посмотрим, что найдут. Александр за первую минуту нашел чешую. Вот, эльдегизийская. Поэтому поздравляю. Монета? Да. О! Смотрите, она даже не круглая, она действительно квадратная. Так. Что-то есть, но непонятно что. Очень близко, да? В ход уже пошел ножик, интересно. Ого! Это какая-то нашивка какая-то. Ну я не знаю, медальончик какой-то. Очень интересная находка на самом деле. Мы находимся внизу крепости Ахчи-Каберт. Мы попытаемся найти тропинки, по которым раньше ходили люди. Ведь найдя старые тропинки, можно гарантировать, что находок будет много. Так, какая-то очередная находка. Снова эльдегизийская. Слушай, на самом деле, не знаю, везет или нет, но на 13 минуте это 4-я находка. Это... Прибор хороший. Да, прибор отличный на самом деле. Так. Да. Очередная монета. Но на ней, как видите, ничего не видно, поэтому... Но все равно уже 4-я монета. И плюс еще одна нашивка. А. Вот еще одна, смотрите, друзья. 5-я монета. И еще одна нашивка. У Арсена, к сожалению, пока что только всего лишь одна находка. Керамика, друзья. Вот смотрите, видите? Вот одна, вот вторая. Там, скорее всего, должно быть что-то интересное. Потом, да, друзья, там что-то очень большое на самом деле. И, наверное, не будем царапать, да? Думаешь. Друзья, вот смотрите. Вот эта рукоятка от кувшина, собственно. Вот еще посуда. И там что-то большое. Вот это я понимаю, интерес. Да, действительно, там что-то громадное на самом деле. Это медь, по-моему, да? Медь, скорее всего. Да, что-то медяное, друзья. Какое-то огромное что-то. И непонятно что. Ну, раз на такой глубине, плюс еще рядом находится разная керамика, в том числе и... Рукоятка от кувшина. Да, возможно, и правда посуда. Чуть позже подойдет Александр, и будем копать здесь, потому что нужно более большой лопатой. Пока что это оставим. Смотрите, вот что-то непонятно, скорее всего, какая-то посуда. Чуть позже вы узнаете, что там такое. Правда, копать нам придется и вправду долго. Друзья, Сэн нашел очередную монету, это третья. Очередная третья монета. Сейчас я направляюсь к Александру, посмотрим, нашел ли он что-либо еще. Да, еще 3 монеты дополнительно это получается. Сколько у нас? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. 9 монет. 9 монет и плюс еще одна. Смотрите, какая очень красивая нашивка. Друзья, смотрите, очередная монета у Александра. Она достаточно такая толстая и большая. Кстати, Александр, хочу кое-что показать. Вреш, можно вас минуту позвать? А сейчас я покажу кирмезюк. Так. Друзья, вот это кирмезюк, но я думаю, вы знаете, это одна из 25 видов трав, которая была в джингаль-афаце. Можете попробовать, на самом деле она очень вкусная. Если пробовать, то давайте сейчас еще соберу. Вы пробовали что-либо подобное? Нет. Нет? Нет. А вот из этой травы, это пирпет называется, его просто варишь и получается очень вкусно и очень полезно. Так, что-то тут есть? Гильзач. Ага. Эхо войны. Эхо войны, да.
Да, друзья, очередная монета 12-я. На самом деле за час 12 монет и плюс еще разные другие находки. Это очень круто. Смотрите, как быстренько пополняется. Если целый день искать, я думаю, все это заполнится свободно. Можно даже наткнуться будет на какой-нибудь клад. Так, друзья, посмотрите, кто у нас тут спрятался. Это Лок. Друзья, сейчас Саша позвал, говорит, кольцо нашел. Интересно, что за кольцо. Ох ты ж. Смотрите, друзья, кольцо. И правда. Очень маленькое. Тут что-то было нарисовано, да, видимо, красивое. Это у нас снэпак, а тут его, как я вижу, достаточно много, поэтому я сейчас соберу и, собственно, снэпак и приготовлю. Снэпак — это очень вкусная трава, поэтому я с огромной радостью сейчас ее соберу, сколько тут есть, и, собственно, пожарю. Сейчас пасмурная погода, начнет немного дождик идти, поэтому нужно одеть дождевик. Ну все, друзья, вот столько снэпака собрал. Это достаточно много, потому что само по себе его сложно находить. И его на самом деле очень мало. Но этого достаточно, чтобы насытиться. Все, друзья, вот она приготовилась. Безумно вкусный запах. Вернемся снова к поиску монет. Некоторое время назад Александр нашел кольцо, но поиски лишь продолжаются. Да, вот еще одна монета, смотрите, друзья. Так. Кругленькая. Да, на ней уже на самом деле достаточно хорошо, отчетливо видна молитва. А может еще что-то есть рядом прям? Ну, они прям на поверхности, то есть одна была тут, одна тут. Смотрите, вот здесь было две монеты, и скорее всего тут тоже что-то будет. Если мы наткнулись на тропу, то это будет очень хорошо. Да, очередная монета. Хотел направиться к Арсену, но тут очередной сигнал. Давайте посмотрим, что там. Друзья, смотрите. Мы просто-напросто не отходим от места. Вот тропинка. Очередная монета. И она сохранилась достаточно хорошо, на самом деле. Поздравляю. Все очень хорошо идет. Не надоедает открывать крышку? Не устала рука?
Ну все, тогда снова в дело. Приятно даже. Да? Своя ноша не тянет. Я все хочу пойти к Арсену, но тут очередная находка. Давайте посмотрим, что там есть. Да, вот очередная монета, друзья, 20-я. Я просто-напросто... Александр, вот держи, я пойду к Арсену. Все, уже надоело. У Арсена тоже есть находки. А тут немало на самом деле. Сколько? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и плюс еще копейка, да? Советская. И плюс еще советская копейка. Сколько? Все, Арсен игрался, поэтому сейчас начнется кое-что интересное. Так, у Арсена что-то... Это тоже заготовка под монету. Да-да-да. Мы такое находили, помнишь, в ГИЩИ, ну, по-моему? Здесь тоже что-то, да. Да, скорее всего, это заготовка к монете. Тоже интересная штука. Очередной сигнал, друзья. Пахнет хорном. Смотрите, давайте я вам покажу кое-что. Вот это хорн, но на русском это чебрец. Попробуй. И тут еще сигнал. Друзья, вот одна монета. Что? Да, монета. Да, очередная монета. Друзья, вот она. Очередная, 25-я уже монета. Такая юбилейная, поэтому... Саш, поздравляю тебя. Спасибо. Сколько у нас ушло? У нас сейчас 20. 25 монет плюс еще одна нашивка. У Арсена тоже где-то уже монет 15. Но там еще не забывайте, есть кое-что, что нужно обязательно докопать и посмотреть, что это. Вон там находится Берт, поэтому, скорее всего, тут была тропинка. И поэтому, собственно, такие быстрые находки. Так, что это у нас? Могу ошибаться. Да, смотрите. Тут маленькая дырка. Скорее всего, он где-то вот так вот это ее носил. Ну, непонятно. Друзья, это именно то место, где Арсен нашел кое-что интересное. Сейчас врежь прокопает и посмотрим, как это выглядит. Да, еще долго копать. Вот этот кувшин выкопали оттуда, да? Да, да, да. Угу. Да, посмотрите, друзья, какой он огромный. Придется его очень долго копать, на самом деле. Смотрите, друзья, вот он, тазик, да? Вот это, конечно, очень необычно, на самом деле. Вот так тазик. Пару килограммов меди. Да. А ну-ка, проверь еще дальше. Сейчас, сейчас. Представляете, им пользовались сотни лет назад. Вот еще куски. А нет, это совсем другие куски, смотри. Да, это, да. Это совсем другие куски. Штука. Да, это какая-то непонятная, интересно. Посмотрите, какая большая яма вышла. И, собственно, вот. Очень-очень отличная находка, на самом деле. И очень редкая. Естественно, все за собой убираем, как видите. Везде, где есть ямы, потом мы их закапываем. Арсен, сколько ты нашел монет? Примерно. Штук 20? Можно сказать, 19. Да, 20. 20 монет. Монеты. 43 монеты. Арсен говорит, вот это не местная монета, старая. Угу. А, ты вот это нашел? Это да, тоже было. Да, друзья, смотрите, здесь совсем другая монета. Плюс еще одно кольцо. Вот, собственно, само кольцо. И плюс еще вот такая вот очень красивая. Саш, это у тебя гранатовая водка. Чисто арсарская. Спасибо. Попробуешь, спасибо. Уверен, удивишься вкусу. Заключительная 12-я серия программы «Моя земля» подошла к концу. За эти полгода была проделана большая работа и было снято для вас много необычного и интересного. К этому времени я почти выучил полностью армянский язык и, пожалуй, пора вспомнить самые яркие моменты программы «Моя земля». Друзья, мы это сделали. Мы поднялись на логово разбойников.
Сегодня я поднимаюсь на Кочахкабер. Это не просто большая пещера, имеющая 8 выходов, 5 из которых уже изучены. Это выдающаяся находка для археологов всего мира. А что это было? То есть это не относилось к крепости или это и есть сама крепость? Это первая линия. Это первая линия. Так. Оу. Так, здесь она не маленькая. Так. Сейчас начну уже обкладывать эту сторону. Посмотрите, какие здесь скалы, друзья. Я думал, такое есть только в основной Армении. Оказывается, есть и Карвачари. Машка хорошая. О, Миша. Миша хороший. Смотрите, что они делают. Машка, Миша. Посмотрите, друзья. Вот он, собственно, тот нож, который использовали наши древние предки. Так, что здесь, монета, да, видимо? Я думаю, монета, да. Ну, так как у нас... вот. Что это? Буквально. Та же самая монета, чуть-чуть покрупнее. Раньше не, литье не было, вот тут такие буквы тоже уже. Там что-то нарисовано, да? Да, там что-то есть, но... Сейчас грязь. На этом я с вами не прощаюсь. Возможно, мы увидимся снова, правда, уже в другой программе на телеканале Арцах ТВ. С вами был Арутюн Акопян. До скорого, друзья!